В Сургуте члены молодежной палаты при местной думе развивают в городе два вида волейбола. Вернее, вид спорта один, но соревнования проводят на песке летом и на снегу зимой. Накануне провели открытый турнир, посвященный столетию отечественного волейбола. Смогли собрать 28 команд из Сургута и соседних населенных пунктов. Выявление сильнейших заняло два соревновательных дня. Молодые парламентарии хотят заинтересовать этим очень популярным спортом в Югре как можно больше людей. В прошлом году члены молодежки нашли волейбольную площадку в одном из дворов. Она была абсолютно невостребованной, и молодые люди сами начали регулярно ходить туда играть. Через какое-то время к ним подтянулись юные жильцы соседних домов. В этом году также исполнилось 30 лет с начала официальных соревнований в Российской Федерации по пляжному волейболу. То есть две юбилейные серьезные даты. Что касается молодежного парламента, как вы видите, они проводят пляжный волейбол. Осенью мы планируем провести еще соревнования по зимнему волейболу, то есть на снегу. Поэтому идей очень много, интересных проектов очень много. Мы недавно, кстати, обзавелись мобильной площадкой. У нас сейчас в планах посетить те места, определить новые возможности, да, то есть для нашего города, для молодежи, чтобы мы могли установить, прийти, поиграть, да, для этого удовольствия. У нас сейчас в планах будут, если теплые выходные, на следующих выходных после чемпионата посетить городские пляжи, где просто поставить свою вот эту площадку, поиграть, точно так же договориться, возможно, на следующих, через выходные играть, либо какие-то территории в городе обозначить, на которые больше упора и интерес сделать.